49 лет в браке, кедровая годовщина свадьбы. Когда до золотой свадьбы остается всего год, принято отмечать кедровую годовщину свадьбы, 49 лет семейной жизни в законном браке. Кедровой назвали именно 49-ю годовщину прожитых вместе супружеских лет, потому как кедр символизирует то, что отношения достаточно надежные и прочные, но в то же время чистые и свежие. Кедровая свадьба является как бы преддверием золотой годовщины свадьбы, которая значит, что супруги вместе почти полвека, еще немножко. Пробежит еще один годик и будет полвека. Кедр – дерево-долгожитель, и именно это показывает, что у супругов, которые уже в возрасте, впереди еще много-много счастливых, совместно прожитых лет. Кедровая свадьба является свидетельством того, что семейная пара, которая столько лет прожила вместе, очень крепкая, и их любовь прошла с ним через многие годы, она действительно искренняя и настоящая, что в наше время является большой редкостью. Кедровая свадьба, как отметить годовщину 49 лет. Годовщину свадьбы 49 лет отмечают очень немногие супружеские пары, предпочитая уже отгулять пышно золотую свадьбу. Но если все такие у вас в семье заведено отмечать каждую годовщину вместе прожитых лет, то проведите кедровую свадьбу скромно. В тесном семейном кругу или в кругу самых близких друзей. Кедр – благородное и спокойное, ничем не приметное дерево. Поэтому и ваше торжество должно быть спокойным, оформленным сдержанно, но со вкусом. Лучше всего, если позволяет время года, поехать на природу или на дачу погулять на свежем воздухе, насладиться природой. Можно вдвое погулять по лесу, если он есть в вашей местности, вспомнить свою счастливую жизнь и порадоваться тому, что рядом с вами человек, с которым вы прожили почти полвека. Что подарить супругу на кедровую свадьбу? Что подарить супругу на годовщину свадьбы 49 лет? Подумайте, ведь кедр обладает целебными свойствами. Почему бы не подарить друг другу кедровое масло или бальзам? Также можно подарить массажер из дерева. Это будет отличным подарком на такой юбилей. Что подарить на кедровую свадьбу, если вы гость? Если вы задумываетесь, что же подарить юбилярам на кедровую годовщину свадьбы, вспомните, что можно подарить изделия, сделанные из кедрового дерева. Этот подарок будет как раз кстати, само название юбилея свадьбы говорит об этом. Тем более, что супруги уже не нуждаются в каких-то вычурных дорогих подарках, у них все есть. Главное для них сейчас, чтобы рядом была вторая половинка. Поэтому подарки на кедровую свадьбу должны быть скромными и лаконичными, но тем не менее, они будут очень кстати в любой семье. Это может быть посуда, сделанная из кедрового дерева, емкости для специй или коврик под чайник. И супругам будет приятно, что вы их не забываете, и дарите подарки, символизирующие дату юбилея кедровую свадьбу.